Возможно, в следующей игре на лед выйдет новый игрок. Это Оскарс Бартулис, опытный хоккеист, игрок сборной Латвии, участник Олимпийских игр и 3 чемпионатов мира. Оскарс Бартулис имеет российское гражданство. 31-летний хоккеист выступал в континентальной хоккейной лиге с сезона 2012-2013. Защищал цвета Донецкого Донбасса, казахстанского Бориса, Адмирала из Владивостока и уфимского Салавата Юлаева. Оскарс Бартулис провел 320 матчей в лиге, забросил 17 шайб и отдал 51 результативную передачу. Руководство челябинского клуба приняло такое решение из-за травм ведущих игроков. Соглашение с защитником подписано до конца сезона. Выход на лед латвийского игрока планируется уже 27 октября на Нижнекамской арене.